Всем привет! Сегодня у нас 13 июля 2020 года. Украина, город Кременчуг. Показываю новый сорт моей коллекции. Довольно-таки урожайный. Сорт персика Sugar Time. Это американская селекция. Вот такие вот красавцы плоды. Очень крупные. Сейчас покажу урожайность его в этом непростом 2020 году. Перенес отлично весенние заморозки возвратные в минус 9. Опылился, я считаю, отлично. Такие вот плоды кабаны. Сейчас сорвем. Держится крепко, но уже спелый. Тут вот уже мурашки начали кушать его. Некоторые плоды. Вот такой вот плод. Сейчас еще сорвем. Да, растрескиваться начал уже спелый. Такие плодяки. Ну, видно, что крупный. Так, сейчас нарвем. Положим на веса этот сорт. Продегустируем. Ну, сейчас обойду, покажу, сколько его тут висит, чтобы было видно. Ну, урожайность неплохая, несмотря на то, что в этом году мороз весной многие сорта просто уничтожил. Но этот сорт, как видно, неплохо себя показал. Опа. Тут вот у меня в паутине растет, он не сильно прям окрасился. Тут то яблони, то тут вот свитрин висит, тоже его куча. Короче говоря, это еще зеленый фиделия. Можно сравнить с размером фиделия и Sugar Time. То есть, ну, на солнышке они, конечно, такие понарядней. Вот такой вот имеют цвет. Вот такой плод. Так, сейчас с другой стороны я буду еще покажу его. Вот так вот выглядит дерево. Дерево высотой 2,5 метра. Поддячки. Для столь раннего срока созревания, то плоды, конечно, очень шикарных товарных качеств. Передают ветер, дождь на вечер. Думаю, надо снять, показать его, чтобы он не пообсыпался. Хотя держится крепко. Ну, плоды единичные, спелые, могут падать. Вот такой вот. В том году было первое сигнальное поношение, то он поспел к 1 июлю. В этом году опоздал со сроками созревания из-за холодной весны. Вот так вот. Так, ну что, сейчас положим на веса, продегустируем и будем наблюдать дальше за этим сортом, как он будет показывать в моих условиях в центральной Украине. Так, смотрим на вес плодов. Сейчас показываю самые крупные. 238 грамм. Тоже 238 грамм. Вот в руке два таких кабана. А вот это примерно средний вес его. 175, 165, 174, 200, 191, 160. 184. Это примерно средний вес его. Вот это вот самые крупные. Давайте сейчас разрежем. Да, бидон, конечно, у него классный. Ну, при загрузке плоды могут быть чуть-чуть меньше. Если бы его не нагрузить поменьше, вот плоды были бы, наверное, всего такого размера. Косточка у данного сорта не отделяется. Еще разрежем. Сорт плотный, хорошо должен переносить транспортировку. Вот такая вот у него мякоть у этого сорта. Сорт очень сладкий должен быть. Давайте посмотрим. Ого, сока, ё-моё, налил. Вот, блин, руки-крюки.
Гляньте, сколько сока в нем. Сорт Sugar Time. Просто можно давить сок. Так, ну сорт сам плотный, видите, не жмакается сильно. Давайте продегустируем его. Вкуснятина. Сорт плотный, хрустящий, очень сладкий, без кислоты вообще. Кислоты нету, ну просто. Очень шикарный. По вкусу вкуснятина. Для любителей очень сладких ранних персиков с такой товарностью красивой. На солнце будет полностью весь темный. Это он в паутине растет. У меня, в принципе, все сорта растут в паутине. Во-первых, густая посадка, раз. Во-вторых, не делалась летняя обрезка побегов, два, то есть загущенная. Из-за этого они не такие прям темные. Вообще он должен быть такой темный-темный. Да, ну, конечно, товарность у него классная. Есть черенки на продажу. Кому интересно, я выложу прайс под видео, можете ознакомиться. Кому интересно, можете заказывать черенки. По обработкам персика, чем я обрабатывал в этом году персик и нектарин, оставлю ссылку тоже в описании. Там три обработки я делал по персику. И буду в данный момент, пройдет дождь, перейдет дождь на вечер, делать обработку от гнили препаратом Switch средние и средне-поздние сорта. Потому что на некоторых сортах, я смотрю, начинается гниль. Этот не гниет Sugar Time, а вот Sweet Ring я уже сегодня около 5 или 8 плодов выкинул гнилых. Так что такой вот небольшой видеообзор по сорту персика американской селекции Sugar Time. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.